Экшн-сцены бывают разные. Есть открывающий фильм, есть экшн в конце первого акта, есть в мидпоинте, есть в конце второго, есть финальный. Все они могут быть как личными камерными, так и общими масштабными. А может, экшн-битва — это вообще набор нескольких экшн-битв, которые идут параллельно и влияют друг на друга. Короче, их намного больше, чем воды в начале моих роликов про сценарий. Так вот, как-то классифицировать их — это дело глупое и бесполезное. Однако, если спросить вас, какими качествами должна обладать хорошая экшн-сцена, я уверен, кто-то вместо тысяч пространных описаний произнесет всего одно слово – интересный. Другие его наверняка засмеют за скудость его разума, но на самом деле именно этот человек будет прав. Экшн хорош тогда, когда он интересен. А вот интерес добивается кучей разных способов, и в каждом типе экшн-сцены он будет свой. Но, тем не менее, какой бы из перечисленных типов экшн-сцен мы ни взяли, везде будут важны три вещи – смена правил, возрастающее напряжение и возрастающие ставки. Эти три пацана и делают экшн крутым. Если экшн-сцена долго и в ней не меняются правила, то интерес может снижаться, а за ним и напряжение. Без ставок не будет напряжения, ибо нам не за что болеть. Без напряжения нам становится скучно смотреть. Сегодня я хочу разобрать лучшую экшн-сцену, созданную человеком в истории человечества в фильме под названием «Человек-паук 2. Поезд». Итак. Во-первых, еще перед началом экшн-сцены в нашем казино сделаны ставки. Мэри Джейн похищена, и единственный способ найти ее – явиться к осьминогу и получить от него информацию. Эта сцена уже начинается со ставок, в данном случае личных. Мы понимаем, зачем она нужна в истории, почему она важна для героя, а значит и для нас, и что будет, если герой проиграет. Первая среда битвы – это здание. Она немного модернизируется, когда осьминог скидывает Питера вниз, и их бой переходит в чуть новую плоскость. Но затем Питер хватает Тотта, и они оказываются на поезде. И сразу же происходит обновление всего. Правила полностью изменились. Если до этого местом битвы была крыша здания, то теперь это крыша несущегося поезда. На здании были только они вдвоем. Теперь с ними еще сотни пассажиров. Напряжение повышается, ибо, во-первых, окружение отныне не статично. Поезд все время двигается, навстречу поезду двигаются поезда, и ошибка на такой скорости может стоить пауку жизни. Во-вторых, внутри поезда находятся люди, и фиг знает, что может устроить этот бомжеватого вида мужик. Это же относится к ставкам. Нам сразу обозначают, что поезд полон людей, среди которых даже младенцы. Эти люди абсолютно беззащитны и пассивны. Более того, они находятся в клетке, и их жизнь зависит только от Человека-паука. Авторы продолжают модифицировать битву Отто и Спайди, каждый раз добавляя что-то новое. Тут паука кидают в препятствие, тут бой переходит на новую плоскость, тут вообще одно бы лишнее движение и смерть. Очень важно, мы видим, как костюм Питера рвется, мы интуитивно понимаем, что на нем не броня, и каждый удар по Питеру настоящий. Каждый удар имеет вес. Кроме этого, в битве есть свои спады и подъемы. Здесь драка, тут затихание, затем взрыв, потом снова возможность отдохнуть и перевести дух, потом повышение ставок. В битве есть динамика. И как я только что сказал, показав сцены мордобоя между Отто и Питером, авторы начинают повышать ставки. Отто выкидывает из поезда людей. А затем происходит это. Авторы обновляют все три важных элемента работы экшн-сцены. Правила полностью изменились. Отто сбегает, и теперь цель Питера не победить его, а остановить несущийся поезд. Время у него на это ограничено. Уровень ставок улетел на орбиту. У Питера полный поезд людей, мчащийся в Вальгаллу на световой скорости. Если он не придумает способ его остановить и не остановит его, они все погибнут. Отсюда же нереальное напряжение. Авторы ограничивают Питера временем и средствами для остановки поезда. Ну и дальше Питер пытается его остановить. Он пробует затормозить его ногами, неудача. Времени стало меньше. Он придумывает идею зацепиться паутиной за здание, опять неудача и чуть ли не смерть. Времени стало еще меньше, но эта идея рабочая, нужно только больше паутины. И он стреляет, цепляется, и мы видим нереальное физическое напряжение Питера. Нам показывают, что у него рвется костюм, что он и так выкладывается на полную, но обрыв уже близко. Поезд замедляется, но недостаточно быстро, и Питер выжимает себя физически на полный максимум, на абсолют. И в итоге все равно врезается в препятствие, и поезд свисает с обрыва. Но Питер дожимает и останавливает его.
И дальше авторы дают награду и Питеру, и зрителям. Люди, чьи жизни Питер только что спас, сами спасают Питера от падения и проносят его тело по поезду. Это группа людей, которая по сути представляет собой уменьшенную версию общества или конкретно Нью-Йорка, видит, что Питер, Человек-паук, их защитник и герой, это всего лишь дитя, он такой же, как их дети. И они принимают его и благодарят. Никто не расскажет тайну его личности. Затем два мальчика приносят Питеру его маску и говорят это. Мы никому не скажем. Мы рады, что ты вернулся, Человек-паук. Черт возьми, Сэм Рэйми, у меня текут слезы каждый раз, когда я смотрю эту сцену, даже отдельно от фильма на ютубе. Я мечтаю о том дне, когда в фильме про Человека-паука будет подобное. Я верю, что однажды такой день настанет. Целью этого видео было не вывести какие-то общие правила экшн-сцен, потому что они все разные, но даже если и выделять что-то общее, то правила банальные и очевидные и были обозначены еще в первые минуты ролика. Целью было рассмотреть, как работает экшн-сцена с поездом в Человеке-пауке 2, проследить путь ее трансформации, изменения правил, динамики напряжения, роста ставок и моральной награды в конце. Я специально не стал растягивать этот видос на кучу минут и сделал его максимально коротким и конкретным. Если вам понравилось, то обязательно жмите лайки, подписывайтесь на канал, если оказались здесь впервые, и пишите комментарии. Становитесь моими патронами, если нравится, что я делаю. И еще, пацаны, у меня просьба. Накидайте в комментарии список игр, в которые можно с головой погрузиться на новогодние праздники. Мне в прошлые годы отлично зашли New Vegas, Skyrim и Brutal Legend, но в них все я наигрался. Хочется чего-то подобного уютного, в чем можно забыть обо всем. Всех люблю, целую, обнимаю и с наступающим Новым годом!